Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я к вам с такими праздничными нарядными подушечками. Связаны они из остатков пряжи, так что это видео у меня из серии «Что я вяжу из остатков пряжи». Связаны они из бабушкиных квадратов. Я думаю, вы видите, что тут бабушкины квадраты разных размеров. Большой бабушкин квадрат у меня связан из 6 рядов, а маленький из 3. То есть для того, чтобы их можно было скомпоновать. Не обязательно вязать именно такие бабушкиные квадраты, как у меня. В сети очень много всяких схем для бабушкиных квадратов. И поэтому вы можете выбирать любой, какой вам понравится, если вы надумаете вязать такие подушки. Но просто надо помнить, если вы хотите связать из квадратов разного размера, что большой квадрат должен быть вдвое больше, чем маленький. И тогда у вас все хорошо получится, вы все состыкуете. Ну, если вам понравилось, нажимайте лайк, подписывайтесь и смотрите дальше, как я вязала эти подушки. Остаточки у меня совершенно разные. Есть вот полушерсть, есть акрил. Видите, потоньше, чем моя полушерсть. Здесь придется в 2, а то, может быть, и в 3 ниточки сложить. Одним словом, я буду каким-то образом складывать, формировать эти остаточки, чтобы их все использовать. И по толщине, чтобы они были одинаковые. Ну, вот это самая толстенькая у меня ниточка. Значит, я делаю скользящую петлю. В эту петлю мне надо провязать начало бабушкиного квадрата. 3 петли подъема. 1, 2, 3. Потом еще 3 столбика с накидом. Ну, естественно, 3 петли подъема у меня уже считаются столбиком с накидом. Значит, всего их будет 4. 2, 3. 3 петли подъема плюс 3 столбика, это 4 столбика с накидом. 2 воздушные петли, опять 4 столбика с накидом. То есть мне их надо провязать всего 4 раза таким образом, по 4 столбика с накидом в эту скользящую петлю. И между ними по 2 петли воздушные. Вторая группа столбиком. Немножко подтяну, чтобы ниточка у меня не выскользнула. 2 воздушные петли. Да, крючок у меня 3 миллиметра, чтобы поплотнее было вязание. Раз. Провязала я 3 раза по 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли и последнюю группу из 4 столбиков провязываю. 1, 2, 3, 4. Теперь мне надо соединить последние столбики с первыми. Я делаю 1 воздушную петлю, вернее, провязываю накид, и в верхнюю петлю подъема провязываю столбик с накидом. И у меня получается, вернее, полустолбик с накидом перепротягиваю. Вот у меня получается такая петелька. Для того, чтобы начинать с середины этих 2 воздушных петель. Не с конца, а с середины. Тогда у меня будет получаться, я первую часть буду вязать в начале. Ну, в общем, вы посмотрите, как это я буду делать, потому что это сложно сейчас вам объяснить, что я тут задумала. Значит так, беру я другие ниточки. Это уже в 2 нитки у меня будет, поскольку они потоньше. Кончики я потом буду прятать. 3 воздушные петли. 2, 3.
накид. Провязываю 3 столбика с накидом. Два. Три. Две воздушные петли. Вернее, одна. Тут уже у нас одна воздушная петля. Накид. И в следующую арочку я провязываю опять 4 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь 2 воздушные петли. И сюда же еще 4 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Вот у нас получается здесь уже 8 столбиков с накидом. 2 группки из по 4. 1 воздушная петля. И опять подарочку я провязываю 2 раза по 4 столбика с накидом. Между ними 2 воздушные петли. Раз. Два. Три. Четыре. Вот, вы уже поняли, как это делается. Сюда же опять 4 столбика с накидом. И под каждую арочку нижнего ряда я провязываю таким образом. Вот, я уже 3 раза таким образом провязала. Под первую арку у меня было половинчато провязано. Теперь провязала воздушную петлю, накид. И сюда же начинаю провязывать 3 петли. Вернее, 4 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. 1 воздушная петля. Накид. И в верхнюю петлю подъема, что я провязывала в начале, я провязываю полустолбик с накидом. Все. Третий ряд я буду вязать этой же ниточкой. Опять провязываю 3 столбика подъема. 4, вернее, 3 петли подъема. 4 столбика, вернее, 3 столбика с накидом вместе с воздушными петлями подъема будет считаться 4 столбика подъема. 3. 5 навязала. Пока болтала. Значит, первая это петли, второй, третий, четвертый. Воздушная петля. И под воздушную петлю второго ряда провязываю тоже 4 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Воздушная петля. Под арочку в уголок провязываю 4 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь 2 воздушные петли. И сюда же под эту арочку еще 4 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. 1 воздушная петля. Под воздушную петлю
второго ряда провязываю 3-4 столбика с накидом. Раз, два, три, четыре. Здесь одна воздушная петля и 4 столбика в уголок. Вот точно так же, как в этот уголочек я провязала. Ну и таким образом провязать до уголка, с которого я начинала. Провязала я третий ряд. Вот последнюю арочку провязала дополнительно 4 столбика с накидом. Вначале я провязала 4 столбика с накидом, пошла дальше вязать. Уже в конце провязываю 4 столбика с накидом. Одна воздушная петля и в петли подъема провязываю столбик, вернее полустолбик с накидом. У меня получается вот такая арочка. И с середины я начинаю вязать уже другой нитью. Но так как у меня ниточка намного тоньше предыдущей, вот здесь мне надо вязать 3 нити. Ну, я в силу своей лени никогда не мотаю 3 моточка. Я делаю таким образом петлю. И буду из одного моточка провязывать в 3 нити. Протягиваю через нее следующую петельку, следующую. И не затягиваю, а просто вытягиваю таким образом ниточки. Вот. Вот у меня получается уже в 3 нити. Не затягиваю петельку, а просто делаю длинную петлю и потом вытягиваю еще ниточку, еще, вернее, петлю еще и так далее. И таким образом можно теперь начинать вязать. Провязываю 3 петли подъема. Раз, два, три. 3 столбика с накидом сюда же. Раз, два, три, не забываем прибавлять свои ниточки, вернее делать, продолжать делать 3 нитки из одного мотка, одна воздушная петля под воздушную петлю третьего ряда провязываю 3 столбика с накидом. Раз, два, три, вернее 4, почему я сказала 3? 4 столбика с накидом. Опять воздушная петля. Под следующую воздушную опять 4 столбика с накидом. 2, 3. Конечно, можно сразу так перемотать, но ну, я обычно делаю в процессе вязания тройную нить. 2, 3, 4. В уголок я провязываю 4 столбика с накидом. 2 воздушные петли, сюда же опять 4 столбика с накидом. Воздушная петля под петлю, одну воздушную петлю третьего ряда, 3-4 столбика с накидом. Опять воздушная петля, сюда опять я провязываю 4 столбика с накидом. И так до конца. То есть у меня уже, если в третьем ряду у меня было посередине, один раз я провязывала 4 столбика с накидом, теперь уже 2, поскольку у меня уже получилось 2 воздушные петли между уголками. Ну, дальше я провяжу до конца уже сама. Провязала я 4-й ряд. В 5-м ряду я опять меняю нить. Можно, в принципе, вязать постоянно одним цветом. Ну, я решила, чтобы было поярче, поинтереснее вязать разным цветом. Одна воздушная петля, провязала я сюда, подняла, как обычно, 3 петли подъема, 3 столбика с накидом, одна воздушная петля. И опять
под воздушную петлю, что я провязывала в четвертом ряду, я провязываю 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. В четвертом ряду у меня получилось 3 петли между столбиками с накидом. Значит, я 3 раза провяжу по 4 столбика под эти петли. И одновременно буду между ними делать 1 воздушную петлю. И таким образом провяжу весь круг. Провязала я 5-й ряд. 6-й ряд я буду вязать этим же цветом. Все точно так же, как и в предыдущих. Только смотрите, в 3-м ряду у нас один элемент с 4 столбиками, потому что у нас на прямой стеночке, потому что у нас была всего лишь 1 петля здесь воздушная между уголками. Потом в 4-м ряду уже 2 элемента, потому что увеличивается у нас квадратик. А в 5-м уже 3. И сейчас я буду вязать 6-й. 1, 2, 3, 4. Да, 4 элемента будет, потому что у меня 4 петелечки между столбиками. Уголки вяжутся точно так же, как и в остальных рядах, только с той разницей, что здесь у меня увеличится количество таких элементов. Закончу 6-й ряд. Этот у меня квадратик будет из 6 рядов. Потом скажу, что я буду делать дальше. Провязала я 6-й ряд. Все, мой квадрат большой закончен. Теперь я буду вязать квадратики поменьше на 3 ряда, то есть в половину меньше, чем этот. Для чего именно четко в половину, не 4, не 5, не 2 ряда, потому что, нет, в принципе, 2 ряда можно будет, тогда у меня будет на стороне 3 квадратика. Но я не хочу заморачиваться слишком мелкие, я буду вязать на 3 ряда, у меня будет тогда 2 квадратика на одну сторону. Ну, я, естественно, вязать его на видео, вернее, на камеру не буду, потому что все делается точно так же, как и в этом квадрате. Я просто вам потом покажу, как я их буду соединять между собой. Провязала я 2 ряда маленького квадратика. Потом 3-й ряд я провязала, так сказать, наполовину. В уголок провязала 4 столбика с накидом, сделала 2 воздушные петли. И потом выворачиваю обратной стороной большой квадрат, маленький. И через петельку в уголке я протягиваю 2 воздушные петли, которые я провязала. И провязываю 4 столбика с накидом, то есть присоединяю квадратик маленький к большому. 3-й столбик, 4-й. 1 воздушная петля. Теперь вот первая воздушная петля после уголка на большом столбике. Опять протягиваю эту воздушную петлю через арочку из воздушной петли. И в нижней, во втором ряду, под нижнюю одну петлю, которую я провязывала между столбиками, вернее, между 4 уголками, провязываю 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. 1 воздушная петля. Вот 2 воздушная петля нижнего ряда, вернее, на большом столбике. Протягиваю и провязываю 4 столбика в уголок под арочку из 2 столбиков с накидом.
Раз. Два. Три. Четыре. Две воздушные петли. Опять протягиваю под в одной воздушной большого квадрата и провязываю опять 4 столбика сюда же в уголок. Раз, два, три, четыре. Все, к большому квадрату я уже прикрепила маленький и просто его заканчиваю. Воздушная петля. 4 столбика с накидом. 2. 3. 4. 1 воздушная петля. 4 столбика с накидом в уголок. 1. 2, 3, 4, 1 воздушная петля и полустолбик с накидом в верхнюю петлю 3 петель подъема, которые были в начале. Все. Ниточку обрезаю. И начинаю вязать второй столбик. Потом я покажу, как его прикрепляю второй столбик. Второй маленький квадратик. Два ряда провязала. Провязала начало третьего ряда. 4 столбика с накидом в уголок. 2 петли воздушные. Теперь в маленький уголок. Вернее, в маленький столбик, квадратик, в его уголок. Протягиваю эти 2 воздушные петли. Провязываю 4 столбика с накидом. Почему мне все время хочется сказать 3? 4 столбика с накидом. 2. 3. 4. 1 воздушная петля. Протягиваю эту воздушную петлю под арочкой из одной петли на маленьком квадратике. И 4 столбика в уголок. Раз. Два. Три, четыре, две воздушные петли. Вот на большом столбике, на большом квадрате у нас прикреплялся уголок предыдущего столбика. Сюда же я протягиваю эти 2 воздушные петли, завожу крючок с лица, с лицевой стороны и протягиваю 2 петли через под арочкой и провязываю 4 столбика с накидом в уголок. Раз, два, три, четыре. 1 воздушная петля. Под воздушную петлю я ее протягиваю. И под воздушную петлю на маленьком квадрате, который я присоединяю к большому, провязываю 4 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Опять воздушная петля. Под оставшуюся арочку из одной петли присоединяю, протягиваю эту петлю. И в уголок провязываю 4 столбика с накидом. Раз. Два.
три, четыре. Две воздушные петли в уголок большого большого квадрата. Протягиваю эти две воздушные петли и опять в этот уже уголок провязываю 4 столбика. Вот таким образом я их присоединяю между собой и к большому квадрату. 3, 4, 1 воздушная петля, 4 столбика под одну воздушную петлю нижнего ряда, 3, 4, воздушная петля и в уголок провязываю 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Воздушная петля и полустолбик с накидом в верхнюю петлю петель подъема. Все, ниточку можно отрезать. Вот у меня уже присоединились 2 маленьких квадратика к большому. Теперь я начну присоединять квадратик, маленький квадрат к маленькому квадрату. Как присоединять, я вам показала на этом образце. Присоединила. Потом к нему по боковой стороне присоединю еще один квадрат. И точно так же, как здесь я присоединяла по большой стороне большого квадрата. И таким образом я их буду присоединять столько, сколько мне надо. Надеюсь, вы все поняли. И провяжете все самостоятельно, если захотите. Вот у меня третий маленький квадрат. Дошла я до уголка. Одна воздушная петля, 4 столбика с накидом, 2, 3, 3, 4. Две воздушные петли. Изнанка, к изнанке складываю 2 маленьких столбика. Протягиваю 2 петли через арочку во втором маленьком столбике. Четыре столбика с накидом. 2, 3, 4. Воздушная петля. Под воздушную петлю протягиваем эту петелечку. 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, воздушная петля, опять под воздушную петлю во втором столбике, квадрате протягиваю петлю и 4 столбика с накидом в уголок. 1, 2, 3, 4, 2 воздушные петли через уголок большого квадрата
протягиваю эти две воздушные петли и еще 4 столбика с накидом. Раз в уголок того квадрата, который я провязываю. 2, 3, 4. Вот таким образом я присоединила квадратик третий. Ну, я же его еще не закончила, его сейчас закончу и потом начну присоединять уже к этому квадрату и к большому квадрату еще 3 столбика, вернее 3 квадрата. Вот таким образом я буду обвязывать этот большой квадрат. Можно просто обвязать только три стороны, вернее, да, две стороны обвязать столбика этими маленькими квадратами и просто добавлять уже по этой стороне, а две стороны квадрата будет большого свободный, и он окажется в уголочке подушки. Можно его сделать посередине. В общем, как захочется, так и сделать можно. Сейчас я буду, когда обвязывать, я уже потом по ходу действия решу, как я сделаю. Ну, пока так. Потом я перед вами обязательно отчитаюсь. Ну вот, довязала я подушечку. Как она у меня выглядит. Сейчас я вам покажу с другой стороны. Обратная сторона подушки. Более скромная, менее яркая. Можно переворачивать ее на любую сторону, кому как нравится. Обвязала я, когда при сшивании двух сторон, я обвязала веерками из 5 столбиков с накидом. А в уголочках у меня веерок из 10 столбиков с накидом. Я вам сейчас покажу, как я это делала на второй подушке, потому что я уже связала и вторую подушку. Пошила наволочки, набила холофайбером. И вот такие у меня подушечка получилась. Одним словом, сейчас посмотрите, как я ее обвязывала. Столбиками в одну петлю воздушную, которую я провязывала, я провязала столбик без накида. Теперь соединяю одну часть и вторую, провязывая между столбиками с накидом 5 столбиков с накидом в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5. То есть таким образом я соединяю, одновременно провязываю такой рюшек. Теперь под вот эту петлю и под петлю, это одна петля, которая у меня между столбиками, группами столбиков с накидом провязывалась, завожу крючок и провязываю столбик без накида. Накид. И опять в третий столбик одной подушечки, вернее части подушки, и второй я провязываю 5 столбиков с накидом. Раз. То есть в одну петлю 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Теперь опять место соединения, то есть между столбиками провязываю один столбик без накида. Накид опять в третий столбик одной части подушки и второй части подушки. Вывязываю 5 столбиков с накидом. 1,
два, три, четыре, пять. Вязы такие веерочки. И опять вот сюда под одну петлю одной части и нижней части провязываю столбик без накида. Вот таким образом соединяю. Дойду до угла, я покажу, как я в уголочке провязываю. Довязала я до уголка. Значит, провязываю под арочки одной части и второй части столбик без накида. Пропускаю эти столбики, делаю накид и в уголочке одной и второй части провязываю 10 столбиков с накидом. То есть вдвое больше, чем я провязывала по краю. Извините, что-то тут я запуталась. Так, накид в уголочек. 10 столбиков с накидом. Раз. Два. 9. 10. Провязала 10 столбиков с накидом. Пропускаете все столбики и под арочки провязываю столбик без накида. Вот такой уголок получается у меня. И теперь дальше провязываю, соединяю. Значит, я по одной короткой стороне уже провязала, по длинной одной стороне провязала. Сейчас провяжу еще по одной короткой. И потом я уже вставлю наволочку, набитую холофайбером. И продолжу уже обвязывать готовую подушечку такими веерочками. Потом я сфотографирую, конечно, вам все покажу. Вы все увидите, потому что на камеру невозможно их показать. Если близко снимать, то ну, попробую, может быть, снять и на камеру, чтобы можно было посмотреть их в реальной величине. Расположение квадратиков можно делать какие угодно, ниточки применять какие угодно, контрастных цветов. Ну, одним словом, наша фантазия не имеет границ. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что смотрели, слушали. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока.